Сегодня утром обнаружил, что не работают солнечные панели. Вообще ничего не дают ни на батареи, ни в дом. Потребление у нас вот такое сейчас. 2 кВт 600 Вт. Я включил теплые полы в бане. Все включено. Но я знаю, из-за чего это произошло. Сейчас расскажу. В Чимкенте выпал снег. Причем выпал хорошо. Вот какая толщина снега. Решил почистить панели. Ну, как бы под снегом они вообще не тают. А вот сейчас почистил, уже на солнце чуть таять начало. До того, как почистил, вообще ничего не давало. Ноль. Сейчас почищу, посмотрим, как. Может, что-нибудь будет давать. Сегодня вот солнечная погода. Обещали, правда, снег. Но раз солнечная погода, вышел, решил почистить панели. Посмотрим, что нам это даст. Я, конечно, не совсем был готов к такой погоде. Вот. Но нашел вот такую беду, которая чистит окна. Ей, короче, чищу. Но пока другого не нашел ничего, инструмента. Вот так чищу. Вот перешел к последним четырем панелям. Все уже почистил. Уже начинает подтаивать. А вот эти прям уже почти вообще подтаяли. Очень быстро тает. Но снизу не получилось, потому что там прям большая корка льда образовалась. Ну, может, за день растает. Посмотрим. Вот так эта корка примерно выглядит. Вот такого размера она уже не чистится. Так, ну что, процесс зарядки, по крайней мере, пошел. 120 вольт, 0 ампер, 50 ватт дает сейчас. Ну там не все панели разморозились, и не полностью панель разморозилась, поэтому, видимо, пока вот так. Ну посмотрим сейчас, что через час покажет. Потребление пока такое же. Вот все включено. Пока вот так, короче. Решил вот почистить выезд со двора и заодно сниму, что у нас там растаяло. Дальние панели все растаяли до уровня толстого льда. А ближние панели еще не все. Ну, к концу дня думаю, что до такого же уровня растает. Теперь пойдем посмотрим, что они нам дают в таком состоянии. Сколько электроэнергии. Посмотрим, что у нас сейчас дает наши панели. Ну, поднялось чуть-чуть. Пока у нас такие же показатели потребления. 2,4 киловатта. Ну, 2,5. Вот. 80 ватт где-то дает панель. Ну, в общем, солнце уже садится. Панели все равно не до конца открылись. Сейчас посмотрим, сколько дает. Главное, что батареи заработали. Дают они уже к вечеру 34 ватта. Потребление у нас чуть выросло. Но, кстати, батарея успела зарядить за целый день. Несмотря на такую маленькую мощность, аккумулятор мой заряжен теперь на 100%. Спасибо за внимание. Всем удачи.